Вистояти та перемогти. Уже 35-й день поспіль російські орки намагаються нищити Україну. Весь цей час українці перебувають в екстремальних, а на деяких територіях шокових умовах. Ми завітали до шелтеру, поспілкувалися з волонтерами та переселенцями, де з перших вуз дізналися, що допомагає людям триматися. Помогает мысли о победе. Хочется как можно скорее помочь огромному количеству человек, потому что мы сами переселенцы из Луганска. И уже второй раз потеряли дом уже в станице Луганска, так как и территория тоже уже отошла, стала оккупированной. Поэтому мы, как никто другой, понимаем, насколько важно поддерживать этих людей, которые потеряли свой дом, потеряли своих близких, у которых отобрали кусочек их прежней жизни. У меня трое детей. У меня старшей девочке 8 лет, младшей 7, и самому маленькому годик здесь исполнился. Мама еще инвалид. И мама у меня. Я же говорю, выбора особого не остается. Остается только держаться, все будет хорошо, все будет Украина. Ну, то, что мы все здесь вместе, наши украинские войска сильные, и у нас все будет хорошо. Люди навколо. Я никогда не думал, что я приеду в Днепр. У меня здесь совершенно никого не было. Я не знал, что делать. Бежали от обстрелов. Приехали. Здесь все очень хорошо относятся. Все понимают, что мы все украинцы, все едины. Видите, я всю жизнь разговариваю по русскому языку. Хотелось бы большой передать привет российским гражданам, которые думают, что здесь прищемляют русскоязычное население. Это совершенно не так в любом регионе Украины. Триматися, ну... А что делать, если я еще мужчина 30 лет буду не триматися? Какой буду я подавать пример женщинам, детям? Мы были долгое время в подвале, и просто волонтер случайно нас спас. Много семей он не мог вывести, вот только нашу, мою семью вывез. Помогли, мы здесь живем, и только доброта людей помогает теперь выжить. Ребята из Днепра с огромным уважением к нам отнеслись, с огромной помощью. Не только к детям, матерям, а также и к бабушкам, дедушкам, всем, кому это нуждается. Также большое им огромное спасибо за все, что они делают для нас. Хотя бы нас поддерживают морально, крышей над головой. Успокаивают нас, беседы с нами проводят для того, чтобы мы чувствовали себя все-таки дома. Помогает держаться то, что надо с детьми, с мамой как-то подниматься на ноги. Города-то ведь вообще не осталось по факту Мариуполя. Мы ехали через весь город, но весь разгромлен. Бьют по заводам. Там у меня остался брат как-то родной. Неизвестно, что с ним дальше и как. Так что... А это то, что понимаешь, что надо дальше, надо двигать, надо как-то становиться на ноги. Вот это и помогает. Нам помогает держаться. Когда смотришь на детей, видишь их улыбки, и ты понимаешь, что хочешь сделать все для того, чтобы они жили в счастливой, нормально расцветающей стране.